Эй, что-то вы лопаетесь, господа. Давно у меня не были в гостях. Пришли, с непривычки все сдохли. Бывает. Нормальца. Ну, них рабочих, это просто жесть. Это просто жесть. Что у нас тут еще? Поналетело на берег. Как выброшенные киты тут валяются. Транспортники противника. Сейчас будем пилить. Все дорогое. Все можно распиливать. Нормально. Надеюсь, не торпедоносцы, а нет, транспортники. Бумс. Что-то он постоянно туда целится, не понятно зачем. Не понятно почему, вернее. Зачем, понятно, чтоб стрельнуть туда. А вот непонятно почему он именно туда хочет стрельнуть. Оп, нормально. Нормальный кратер. Нормальное количество останков. Хорошо вдарил. Первоклассно прям. Мы их начинаем напрягать. Бумс. Мимо. Сейчас хочу снести все торпедные установки, но это, видимо, будет после того, как снесется верфь. Недолет. Да, это миссия чисто вытравливания. Знаете, вот получасовое вытравливание со своей базы противника. Это, конечно, очень на любителя. Ну, в принципе, когда играешь один, медитативное такое зрелище, оно вполне себе нормально идет. Когда комментируешь, уже немножко по-другому, наверное, когда смотришь видео. Сам не думаешь при этом. Так, ладно, я думаю, что сейчас будет резонно достроить эту артиллерийскую установку и построить еще там штучек 5, например, подлодочек стратегических, чтобы совсем уже заманать противника. Это будет, я думаю, великолепно. Бумс! Нормально прилетело, нормально, слушайте. Сносим ему производящие мощности все-таки. Кое-как начинаем задевать. Скоро будет молить о пощаде. Близко. Весь берег обстрелял. Много чего снес уже, кстати. Тут все под щитами, тут неизвестно, он снес щиты или нет, или он долбит по щиту. Оп, хорошо, несколько генераторов забрал. Молодчик. Не позволяйте Эон атаковать черное солнце. Молодчик, молодчик, еще и фабрику забрал. Эти, в свою очередь, здесь забрали верфь. Тоже крутотая. Опа! Немножечко не хватило. Наверное, по щиту выдолбил. Скорее всего, там никакого урона почему-то не было. Так, эти начали по торпедам долбить. Хорошо. Это прямо в центр сейчас упадет. Нет, не в центр. Показалось. Так, здесь 96%. Сейчас будет все в два раза чаще лететь. Точно в цель. Оп, сразу минус 2, и здесь минус 2 установки, слушайте. Делаем успехи такими подлыми операциями. Сейчас они очень много средств тратят на то, чтобы восстанавливать свои ресурсы, свои производящие мощности. Поэтому пока что в атаку они не идут.
кибраны прилетели, а так они практически, видите, уже не плавают к нам и не летают. Поэтому стоит здесь оставаться как можно дольше. Тогда к нам, собственно говоря, как можно реже будут прилетать. Здесь разобрались, здесь прямо в щит долбанули, по-моему. Или нет? Нет, щит еще живой, по-моему. Все, две установки достроилось. 5 ракетоносцев строим. Можно прямо отсюда выцеплять корабли. Я не понимаю, что они там какой-то фигней страдают. Что с ракетами происходит, непонятно. У них там какие-то постановка помех, что ли, происходит, или как? Странно, куда они разворачиваются? Разворачиваются и улетают непонятно куда. Ну, вы сами прекрасно видите, что здесь происходит. Бумс. Хорошо. По защитной обороне, по линии по защитной. Вдарило. Проблема в одном. Эти подлодки бесполезны против воздуха. Все остальное в них хорошо, но против воздуха они бесполезны. Не-не-не-не-не-не-не, слушайте, не надо. Или сонара у них уже нету. Ёкарный мамон. Давайте без этого, а. Да как ты посмел? Мать твою. За ногу. Сейчас бы все это крейсерами дополнить. Бамс! Что-то никого не уничтожили. Надо по-хорошему самолет-разведчик построить. Посмотреть, что там творится. Неплохо. Один корабль снесли. По верфи долбим. Все, в принципе, нормально. Выжили, ушли, пришли обратно. Продолжили. Террор. Так, погнали. Посмотрим, что к чему. Тоже туда летит прям. Техники делают все, что в их силах, но им нужно больше времени. Уничтожьте Эон. Здесь огромное количество щитов оказывается. Среди всех этих товарищей. Ну, не знаю, не знаю. Более-менее. Жить можно. Еще бы парочку линкоров сюда. Было бы вообще запупенно. Или еще пару таких пушек. Но они по 130 тысяч материи стоят. Конечно, не вариант.
Может и вариант, но слишком уж жирный вариант. Так, они в погруженном состоянии. Отправляем их сюда. Линкор. Заказываем, строим. Все, подлодок хватит. А то окажется потом, что они бесполезны на следующем этапе задания. Потому что он, скорее всего, не последний данный этап данного задания. Хорошо летит. Бамс. В линию обороны все-таки попало. Ну, минус верфь. Замечательно. Да, я построю еще одну такую штуку. Мне они слишком нравятся, чтобы от них отказываться. Поскольку они по минус 200 всего энергии жрут. Тем более, их можно понастроить сколько угодно. Так, а сколько она по времени, если одним рабочим ее строить? 37 минут. Много. Ну ладно. Там ресурсы в минус. Поэтому пока. Мне главное сейчас вот снести бы. Снести бы вот этих вот долбанных торпедоносцев. Очень мешают. На подлодке вообще не подойти никак. Никуда. Я бы так подошел к самому берегу, вообще бы не стесняясь, все снес бы. Просто здесь пасут постоянно. Так, ну, честно, непонятно, что они там. Что у них там за проблема с наведением? Видимо, действительно какие-то ловушки против этих всех ракет. Такс. 4%. Оп, оп, там что-то рвется, что-то рвется. Неплохо. Неплохо расфигачиваем базу им. Остатки. Это точно туда же упал. Ну и линкор скоро будет готов. С линкором-то вообще сможем все разнести абсолютно. Будем держать под контролем вообще всю эту базу. Абсолютно полностью. Ну если еще с двумя линкорами, тогда вообще супер будет. Господа, вы куда? Ну зачем? Сидели бы и сидели. Чё вам не имется? Подумаешь. Расфигачил вам всю базу. Это не причина быть такими злыми. Вернитесь на свои места и подождите, пока вам лично не набью рожу. Уничтожьте Эон. Спасибо, я понял. Где-то часа три назад. Некоторые ракеты попадают. Некоторые ракеты разворачиваются.